В апреле российский кинематограф готовит зрителю мощные кинопремьеры. Блокбастер «Майор Гром. Чумной доктор» уже можно смотреть. Фильм вышел 1 апреля. В Петербурге появляется загадочный мститель – Чумной доктор. Он считает, что лечит общество, убивая плохих людей. От расследования майора полиции Игоря Грома зависит судьба всего города. Что за дверь дебильная? Драма «Чернобыль» выходит 15 апреля. Алексей Карпушин – обычный молодой пожарный из Припяти. Он планирует переехать к морю с любимой девушкой и сыном. Но авария на Чернобыльской атомной электростанции ставит под угрозу мечту. Это история простого человека, который, сам того не осознавая, совершает подвиг. Военный фильм «Девятаев», основанный на реальных событиях, появится в прокате 29 апреля. Летом 1944 года летчик и истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему придется выбрать, воевать на стороне врага или отправиться в концлагерь. Девятаев придумывает третий вариант. Он пытается совершить самый дерзкий побег в военной истории. Премьера детектива «Приключения экспоната» тоже назначена на 29 апреля. Паша закончил 7 класс отличником и примерным мальчиком. И тут его отец, тихий музейный работник, внезапно исчезает. А Паша получает с неизвестного номера СМС, в котором только одно слово – «Беги». Парень отправляется на поиски отца в компании своего школьного врага Ильи. Ребят ждут не детские приключения, ведь за ними уже устроили погоню. Даже можно обхохотаться. Ха-ха-ха.